моментов, результирующих мыслей по поводу консольки 3 Muay. 3 3 Smart Pro. Конечно, я ее погонял в разных режимах, в разных платформах. режима имеется ввиду виду турбо, не турбо режим. Сейчас расскажу, какие приколы были с турбо режимом, потому что турбо режим на самом деле оказался сюрпризом с таким Лучше его не использовать. Это так на будущее. Ну, либо использовать, но не на постоянной основе, а периодически переходить в режим Может быть, это, конечно, и исправляется новыми прошивками, но мне пришлось ставить эти новые прошивки, потому что турборежим меня здорово подвел. Он был вначале включен на постоянку, потом произошло некоторое полуокирпичивание устройства, ну, практически окирпичивание, и... Сейчас расскажу подробно, что нужно с этим делать. Я тоже немножко такой на измене был, но нормально все обошлось, решается все, как оказалось, довольно-таки просто. Начну не с глюков, начну с общих мыслей, возникших при тесте разных платформ. В принципе, у меня есть несколько видео, три штучки по тесту разных платформ. И там можно посмотреть, как все это работает. Работает все везде отлично бывают конечно глюки вот например некоторые ромы имеющие европейский регион это касается Family computer nintendo или иными словами dendy европейский регион проигрывается почему-то данным чем не очень хорошо вот взять ту же игру с американским регионом или с японским там нормально а где евро там могут быть глюки некоторые ромы а, просто не запускаются во вообще. То есть некоторые запускаются с глюками, некоторые вообще не запускаются. Некоторые запускаются, но не работает управление. Например, кнопки управления. Там, лево, право, огонь. Вообще ни на что не реагирует. Таких а, приколов в Денде а, достаточно... Ну, Существенное количество, это не какая-то разовая акция, там каждая десятая игра глючный ром а смена региона смена рома та же самая игра с другим регионом помогает решить эту проблему значит дело в именно в ретро арча и железо тут никаких проблем не несет несет проблемы именно софтверная часть назначение верхнего usb c порта нижней для зарядки а верхний неизвестно для чего. В инструкции ничего не написано. Я попытался связаться с технической поддержкой и отделом продаж производителя Trim UI. У них на официальном сайте есть эти контакты, но ответа не последовало. Вот такая у них поддержка. Сразу надо понимать, что как только вы купили устройство, вас компания бросит с ним. Но, опять же, да, на сайте выложены Необходимые файлы для обновления прошивки. Также необходимые файлы для восстановления устройства из состояния кирпичивания. Ну, что, в общем, мне очень помогло, что у меня было это состояние кирпичивания, о котором я упомянул. Так что, ну, техподдержка, считай, мертвая, но она сделала максимум усилий для того, чтобы тебе, как пользователю, помочь в твоих возможных проблемах. Вот. но общаться они не хотят и объяснять, зачем нужен верхний порт тоже не хотят, так что если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Постоянно приходится менять настройки управления для игр разных платформ. Даже внутри одной платформы мне не удалось найти возможность установить на постоянку одни настройки. Там вроде есть там set default, там keyboard, key mapping. Я вроде ставил какой-то дефолтный, сам нарулил какое-то там управление в игре, поставил его как дефолтное для всех, якобы, например, Sega платформа в этом плане очень проблемная для всех якобы игр этой платформы, но, к сожалению, что не игра, каждая новая игра, какой-то новый мэппинг, не сохраняются настройки предыдущего, и все время в каждой игре приходится менять обратно возвращать нормальные настройки почему-то они по умолчанию какие-то глючные. Это умолчание не изменить все время ковыряешься с этими мэппингами. Ну, надо быть к этому готовым. В принципе, тут ничего страшного, когда играешь в обычном режиме, играешь в одну, две, три, пять игр, а не 40, как я, за один вечер, где нужно постоянно менять для каждой игры настройки. Потому что у меня-то задача обозреть их все, обзереть. Не знаю, как правильно. Да, шучу знаю. Позреть, конечно. Сделать обзор, вот так правильно. Всех игр, а не поиграть. Да? Поиграть-то отдельно. Когда играешь две-три игры, там 5, это не замечаешь особо. Перемотка игр существует только для платформы PSP. То есть в эмуляторе PPSSPP перемотка на триггерах она есть. Ну, вот эти все разговоры, бла-бла-бла все можно перемотать. А в остальных, где арч там перемотки, к сожалению, нет. И то ли я не глубоко копал, то ли мне она не попалась на глаза. В общем, я ее не нашел. Но я искал, чтобы вот эти длинные повествования, бла-бла-бла-бла-бла, вот эти разговоры, диалоги перед играми, в катсценах игр, это порой приходится немножко нервозно ждать, когда же уже наконец все это закончится, перекликивая эти кнопки в различных комбинациях. Может быть, есть какая-то волшебная комбинация, которая таки промотает этот ненужный совершенно диалог. Перед тем, как ты начнешь прыгать с платформы на платформу и стрелять во врагов. Громкость игр разная. Даже в рамках там, соседних игр по списку идешь. Они все звучат по-разному. Одни громче, другие тише все время нужно <laughs>, кнопочки вот эти вот вверх-вниз, тумблерочки громкости, либо подкручивать вверх, либо подкручивать вниз. Невероятное количество комплектных ромов. У меня приставка на 128 гигабайт, то есть шла карта на 128 в комплекте. просто тонны, тонны всякого контента, мегатонны. И из этого контента, но ну, в лучшем случае, я бы, если играл на постоянку, я бы там пол процента потому что там столько много всякого шлака а также как и много всяких хороших интересных новых ромов которых я раньше играх не встречал я уже об этом упоминал особенно там в сеге в снеске там много довольно высок процент новизны для меня лично где очень незнакомых и приятных моментов для меня было открыто так как я не являюсь таким прям фанатом ретро, прям сумасшедшим фанатом ретро, проходящим все игры, там, знающим все, 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 вся, то для меня вот такое сознание пришло перелопать все платформы. Я понял, что много тайтлов на разных платформах существует. Например, там тот же Алладин, он существует на Денди, он существует на Сеге, он существует на Снеске. Естественно, они все разные, даже разные Алладины и 16-битные два разных Алладина для Сеги и для снески супер Nintendo. Почему разные? Потому что SEGA, когда подписывала, вернее, Супер Nintendo, когда подписывала игровые студии а -а, на свою платформу, они выпускали игры с а, эксклюзивными правами. То есть больше нигде эта игра не может быть а -а, издана, кроме как, допустим, на снески И компания, которая сделала Алладин ей пришлось для Сеги делать другую версию Алладина. То есть практически не похоже. Там немножко сюжет чуть-чуть местами на 10% пересекается, но в основном это совершенно две разные игры, две разные 16-битные два Алладина. И в чем прикол? Допустим, на Famicom, на обычной Nintendo, да, Family компьютер, Dendy, который, там Алладин не такой интересный, он так какой-то вот он напоминает очень Снесовский да, Алладин тот, который уже позже вышел вернее Снесовский естественно повторяет Снесовский и управление какое то не очень отзывчивое так вот, в него играть если честно не очень круто я бы сказал и взять тот же Сеговский Алладин он просто в наглую выше по управлению по отзывчивости и по ощущениям комфорту от а, самих Перемещение персонажа по платформам, да. Взаимодействие с NPC и так далее. То есть там играть геймплей на Sega просто на порядок выше и лучше и удобнее, чем геймплей на SNES. Именно касательно игры Aladdin. Есть и наоборот. К сожалению, примеров сейчас не приведу. Я помню, когда я делал именно обзор игр Sega и SNES, там были игрушечки, которые ну, на SNES лучше работали, чем на Sega. Они немножко разные всегда, но из-за эксклюзивности прав. Ну, вот игрались порой Сешка получше, порой SNES получше, но мне, конечно, в этом плане нравится больше подход Сеги. Там как-то, я не знаю, контроль качества, что лучше был. В процентном соотношении все-таки тайтлы для Сеги работают по изобилити лучше, по удобству управления. А взять, допустим, красоту, если графику, то у нас NES график то поинтересней порой у тех же самых игр. Как-то она более богатая, больше цветовой диапазон. То есть все это ловишь уже, когда внимательно за этим смотришь. есть такие моменты различия даже среди 16-битных платформ некоторые платформы, которые я раньше вообще никогда не использовал и не знал. Atari Lynx, например, или CPS, показались мне очень сильно недооцененными, потому что, например, игры на Atari Lynx поинтереснее, чем игры на Dendy, если честно. Я прям открыл для себя, хотел сделать отдельное видео по Atari Lynx, но не стал потому что и так очень много видео и к тому же платформа у нас не сильно распространена в россии а так то есть, cps шикарная платформа и игрушки уровня снески лучше даже они если так в лоб-лоб сравнивать графон там управляемость интерфейс все очень настолько круто что мне кажется, эти платформы некоторые просто у нас из-за непопулярности были не заведены сюда и недооценены. Подошел к моменту, когда приставка превращалась в кирпич. У меня кирпичилась. И вот как раз здесь сложная дорога. Сейчас иду по говну по какому-то. Пытаюсь пробраться, чтобы ноги не замочить, потому что я просто тупо в кроссовках. По лесу шагаю. Молодец, красава. Ну я что-то не люблю резиновые сапоги и всегда хожу в кроссовках. Ну так вот, что случилось? Изначально я посмотрел всякие обзоры на 3 mui почему я ее купил. И там все там хвалят. Да какая приставка, как, как круто работает, какое количество платформ, ничего не тормозит. Но был один обзор по Retro Game Corps. Это раз, там есть такой чувак, Бывший военнослужащий, кстати, я на флоте служил. Вот он игры обозревает, приставки там все, гаджеты тоже, любитель, как я, или я, как он. Но он вроде помладше. Так вот, он сказал, что 3 май, ну, такая нормальная, но что-то тормозит. Я такой думаю, что за тормоза? Во всех остальных обзор, обзорах, у других обзорщиков ничего не тормозит, причем это показывают. Выяснилось потом, у него в комментах там нашел Причину ему написали, чувак, переключите по режиму в турбо, нижним переключателем. А там внизу есть переключатель такой, турбо не турбо. Ну, по крайней мере, на него назначено по умолчанию переключение в турбо режим. Можно это убрать. Ну, он, видимо, не переключил, и у него там какие-то тайтлы тормозили. Но это тоже странно, потому что, забегая вперед, скажу, что я, ну, потом уже не использовал этот режим турбо, и у меня ничего все равно не тормозило. Так вот. Как приставка ко мне приехала, я сразу же включил турбо режим. Думаю, а о чем мне на слабосильном? Пусть турбо всегда работает. И через несколько дней, пару-тройку дней тестирования активного, она умерла. Просто кирпичилась. Я думаю, что за фигня? Ну, то есть она даже не включается. Она вырубилась сама. И не включается. Вырубилась после того, как там был один случай, когда она вырубилась в выключенном состоянии, просто не включилась обратно. А один случай, когда посередине процесса использования ее, это уже потом дальше, она несколько раз у меня кирпичилась, посередине процесса, прям что-то с ней работаешь, она пух, тухнет экран, и все, давай, до свидания. Значит, что я делал? Я сразу же кинулся в интернет смотреть, что делать. Народ пишет, отсоедините типа батарейку от материнской платы я недолго думая разобрал консоль, отсоединил батарейку, благо на телефонах на своих я батарейки меняю сам. У меня есть нужный инструмент, и это не составило абсолютно никакого труда. И она жила. То есть это первое умирание, я ее оживил с помощью отсоединения на минутку от аккумулятора материнской платы и обесточив нее, И она, соответственно, через некоторое время ожила. Вот минутку постояла я, подключил, проверил, все ожило, собрал, обрадовался, думаю, ну все отлично, фуф, пронесло. Не нужно, типа, обманывать людей, что приставка оказалась порожниковой. И через некоторое время она плюх и снова, там что-то опять день прошел, быстро достаточно, и она снова не включилась после очередного выключения. Я такой, ну все, я рецепт знаю. Что тут перекинуть-то? Четыре винта открутил, этих филипс крестовых. И снова скинул. Дождал минутку, воткнул. Она не включается. Вообще. И я такой думаю, что такое? Как так? Такого быть не может. Вот, что же происходит-то? Мама дорогая, помогайте мне. Кто-нибудь. Я взял. Сейчас поменяю руку. Тяжело одной рукой взял и думаю, может еще раз, еще раз отключил ее от батарейку от плат от материнской и снова подсоединил. И она с третьего или с четвертого раза таких манипуляций ожила. Я думаю, это уже никуда не годится, может прошивку обновить. Потому что на сайте у них, в принципе, все эти прошивки есть. Я помню, у кого-то в обзоре было, что там заходите сюда, скачивайте. Думаю, дай-ка я зайду и скачаю. Ну, сошел я, скачал прошивку, залил ее на флешку и перезагрузился, зажимая там две кнопки. Вот инструкция есть на официальном сайте Тримуай, ссылка под видео будет. И что вы думаете? Она вроде как ожила. Проработала минут 30 и снова умерла, как это говорит крош. Елки-иголки. Елки-иголки. Как быть-то? Но вспомнил, что там еще было указано, что помимо Помимо... обновления прошивки есть еще какая-то там Слэшка э, восстановления системы. То есть э, security. А, нет, там не security, там ambulance, что ли, SD или security SD. Ну, я не помню, в общем. Такая флешка, которая восстанавливает систему из кирпича. Я думаю, ну что же делать? Ну ладно, восстановлю. Значит, я восстановил с помощью этой флешки. Но она так же, как обновление делается. Механизм такой же. Заливаешь ее в корень, там, файл кидаешь и загружаешься с нажатыми двумя кнопками. Она все там пробегает, этот прогрессор. Вот. И система Восстанавливается в какое-то изначальное положение, вот это безопасно. И я после этого тут же и систему обновил. То есть и другой файл залил и снова перезагрузился с восстановлением. И у меня с тех пор уже почти месяц я не включаю еще. Я перестал включать, тут же отключу дымал или может турборежим. Отключил турборежим. И вот у меня все с тех пор работает очень хорошо. Так что история была такая. Нужно обновиться, конечно, и держать у себя эти файлы восстановления всегда под рукой. Что касается ретро -арча, то он тоже несовершенен. Здесь не только софт, который операционная система данные приставки проглючивает, но и самый ретро тоже не идеален. Например, нет возможности сделать единую настройку для всех систем. Возможно, она есть, но я что-то не нашел. Это так спрятано, что считаю, что нет, потому что я искушенный пользователь в этих штуках всех. Я там ковырялся, 10 минут не мог найти, но простой пользователь, который просто купит своему ребенку или себе эту приставку, он болт забьет очень быстро. Вот там эти рамки, которые в какой-то момент, ну, вначале ты включаешь приставку, играешь там неделю, норм, они как бы не раздражают, а потом эти рамки боковые вокруг игры фрейм эти, они, они отключаются. Но нет возможности один раз отключить, чтобы потом больше эти рамки не появлялись. К сожалению, нужно, чтобы при заходе в каждую игру вызывать это контекстное меню, заходить несколько кликов в настройку соответствующую, убирать ее и это подбешивать. Но опять же, подбешит меня, потому что я 40 игр за вечер, да, допустим, прохожу пробегаю, мне это, конечно, выбешивает. Но если играть 2-3 игры, то, в принципе, нормально. Далее, такой тоже нюанс. Играешь, играешь в игру. Естественно, есть возможность сохранения. Сохраняешься, а до этого ты настроил все управление под себя. Это вообще просто особенно бесит в Sega. И ты такой сохранился, думаешь, ну завтра поиграю еще. Потому что некоторые игры, они реально залипательные. Заходишь завтра, загружаешь сохранение, и у тебя слетает мэппинг. То есть тебе нужно, помимо того, что сохранить состояние игры, тебе нужно сохранить еще отдельно мэппинг кнопок, потом загрузить мэппинг кнопок при, на следующий день игры и загрузить состояние. И тогда у тебя будет то же самое, что вчера. то есть такие мелкие ерундовины, которые, в принципе, ну, на скорость не влияют. Ну да, да, я зайду там. Один раз я забуду, там на следующий раз я точно буду хранить все мэппинги всех игр, там отдельных. Сгружать, сохранять для того, чтобы вот такой фигни не было, чтобы ты заходишь в игру и мог спокойненько э, свой пользовательский опыт, без бешенства без всякого, продолжить. У данной приставки просто шикарнейший дисплей. Я уже, может, просто подслеповаться стал после 40, но HD-дисплей на сколько там дюймов? 5,5, по-моему. Он просто невероятно крут. Это IPS-матрица. Я терпеть не могу амоледы с их искаженными цветами, потому что у меня глаз э, натренирован на правильные цвета. И все-таки IPS-матрица, они в этом плане лучше. Они честнее, они не жгут глаз, не раздражают, и глаза не болят после них. В общем, ну, понятное дело, что существуют матрицы, после которых болят плохого качества, но в данный момент их очень мало встречается. Ну, проще говоря, не встречается. Поэтому, если берешь IPS-матрицу, то, скорее всего, будет с глазами все хорошо и приятная будет картинка. Она не будет такая вырвиглазная, как у Amoled, но она будет более-менее хорошая. И в этом устройстве, в Kineis Smart Pro, дисплей великолепен. Точек я не вижу, плотность пикселей хорошая для моего уже престарелого глаза. Все хорошо выглядит. И тексты читаются замечательно. Я тут же подумал, ну... С таким дисплеем и с полноценной операционной системой форком Linux, а почему бы не установить сюда на эту приставочку что-то типа читалки электронных книг, смотрелки кино, прослушивалки музыки. Ну так, это же базовые вещи, которые были в телефонах Nokia, у которых был не один гигабайт оперативной памяти, как в данной приставке, в которых было там... 24 мегабайта, 12 мегабайт. Я помню, эти телефоны у меня были в 2005-2004 какие-то. Я не помню даже эти бренды, очередные бренды, которые цепляли, русские якобы бренды цепляли на китайские телефоны с антенной, андроиды с телевизором, свои имена. Но там все было, там были технические характеристики, в 10 раз слабее железо, и там все это было. А сейчас вот, пожалуйста, Linux, что, под Linux нет что ли читалок или нет? просмотрщик видео. Да под Linux все, что хочешь, есть. Тот же самый Android, это форк Linux. Тот же самый SteamOS, это тоже форк Linux. Ну, то есть форк имеется в виду вилка, разветвление, ответвление. Да? То есть там ядро одно, там чуть-чуть различается логика работы с ну, интерфейсом. С периферийными устройствами где-то добавляют какой-то функционал, где-то убирают. Ну, в общем, все можно, но, к сожалению, ничего этого нет. Я кинулся в интернет смотреть, может это есть там. Сейчас я найду мануал, как это все установить сюда, потому что в одном из обзоров человек я видел, как он в обновлении прошивки у него появился видеопроигрыватель. У меня, сколько я не обновлялся, этого видеопроигрывателя не появлялось. Я не знаю, еще тоже странное обновление. У него появились еще какие-то дополнительные платформы. У меня ничего не появилось. Я поставил все самое последнее с официального сайта. Ничего не появилось. Ну что, я опять написал поддержку про порт. Они мне не ответили, что делает верхний Type-C. Я их спросил, а есть возможность установить какие-то вот типа мультимедийные приложения для данной консоли? Железо позволяет. Они мне гордо не ответили, как обычно. То ли по-английски не понимают, то ли вот такая вот техподдержка у них. То колупайтесь там сами как-то. Но мы вам ничем помогать не будем, что, в общем, странно. Когда консольку разбирал, естественно, это не первый девайс, который я разбираю. А очень приятная схемотехника. То есть все аккуратненько, никакого нигде припоя лишнего, нигде ничего, капель каких-то грязи, ничего нет, все прям чистенькая схемка такая, М -м 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 -м. как в телефоне, там, айфоне, да, там же или Xiaomi разбираешь их, там все чистенько, хорошо. Иногда встречаются, конечно, неопрятные решения от старых там Xiaomi, но от современных там, особенно в айфонах, там тоже так же все аккуратно. Вот. То есть видно, что не на коленке консоль собрана, что это заводской хороший товар, и люди вложились. Ну, говорю, вот единственное, что, на что они забивают болт, это на поддержку, поддержку пользователей. Далее, что касается производительности разных платформ. Нигде абсолютно не было никаких тормозов. Нигде. Кроме игры uh, Dante's Inferno с платформы PSP. Uh, эмуляторы в эмуляторе PP, Но у меня такое подозрение, ну, я не знаю, может кто-то опровергнет это в комментах, что э, Ро, глюк Рома, именно глюк Рома, потому что такая вещь уже встречалась в этой приставке. Не идеален ППССПП, не идеален Рома и не идеален Ретро Арч. В Ретро Арче особенно это часто встречающаяся история, когда одна и та же игра, но различный регион просто либо работает, либо не работает, либо с глюками. Ставишь в другой регион, все идеально. Такие бывают приколюхи. сеги снески те же самые Dreamcast, Nintendo 64, SSPP, все работает великолепно. Ну, я про остальные тоже молчу, которые просто не показаны. Но я их тоже проверил. Отлично. То есть касабельно самой приставки вообще никаких претензий по производительности. Даже я скажу крамольную мысль, я ее уже озвучил, когда делал обзор 64-битных ромов. Что данная приставка, она как бы захватывает вообще все, что касается ретро-платформ. Вот она Vita единственное не затрагивает. Тут нет возможности Vita поюзать. Ну, железо у слабее, чем у данной консоли. Возможно, когда эмулятор будет хороший, там по-моему он называется для Виты. Возможно, их завезут с обновлениями, но я не гарантирую. Скорее всего, ждать этого, наверное, не надо, потому что индустрия изготовления портативок вышла на какой-то пулеметный уровень. То есть они делают эти ретро-портативки с одним и тем же железом. Вот по три штуки в год любая компания выпускает. Там Амбернг, Палкиди, DataFrog, Та же самая Retroid Pocket. Не, ну Retroid Pocket, конечно, не три, но две, по-моему, у них консоли выходят в год но in всякие, ну, все они делают плюс-минус одно и то же. И а в этой консоли, в 3 UI Smart Pro, нет разве что только вот двух платформ интересных. Это PlayStation 2 и PlayStation Uita. Uita. Вот их там нет. Еще пару мыслей про стики. Схемотехника отличная. Все вроде выглядит идеально. Тем не менее, вот как я упоминал в обзоре ромов 64-битных платформ Dreamcast, Nintendo 64 и PSP, но стики, вот левый стик, он какой-то странный. То ли ромы странные в PSP, там прям PPS, SPP. Нормально так доставляет нервов когда не поворачивает машина, едет на треке, не поворачивает налево. Нужно обязательно остановиться, после этого она повернет. Направо такая фигня не работает. То есть направо нормально все. Едешь, направо, хоп, долго. Это во многих играх PSP встречается. То есть дело, я думаю, что именно в PPS SPP, потому что вроде как Данный глюк проявлялся не только на PSP, но я сейчас просто не вспомню, на каких еще играх не PSP он проявлялся, но чаще всего это выбешивало именно в PSP такое поведение стика. То есть мне кажется, это недоработка именно софта, потому что там работает, там не работает. Это значит, виноват не стик, который где-то работает стабильно, а где-то стабильно не работает. Виновата программное обеспечение. И вот это, в принципе, и все. Ну и подытоживая, скажу, что данная приставочка, конечно, заслуживает вашего внимания. Тем более, что она стала стоить в два раза меньше, чем буквально три месяца назад. Два месяца назад. То есть она появилась по цене 5000 рублей. Сейчас в Озоне есть предложение 5600, по-моему. Оно то 5, то 5600 без карты памяти. Но этих ромов можно залить сколько угодно своих. Там все равно во все игры играть не будешь, и у каждого есть своя коллекция этих ромов любимых. Благо, скачать их где-то проблем не составляет никаких. И я обещал сказать, почему цена приставки с 10 тысяч рублей упала до 5. Вот это я понял, когда я отключал батарейку от материнской платы. Когда я накатывал прошивки, они слетали. Когда устройство окирпичивалось за день три раза, я подумал, что да, в принципе, после первого же окирпичивания обычный человек, покупатель, не искушенный в разборе устройства, починки, там, восстановления, скажет да. И все оно конем. И положит эту приставку на полку, или там, выкинет я не знаю, со злости разобьет об стену и скажет своим друзьям всем, что чуваки, блин, это вообще за 10 тысяч можно купить там какой-нибудь анберник, у которого не будет таких глюков. Ну, да, и он будет прав. И, соответственно, 3 взяли и скинули цену в два раза. Но, когда я ее починил, и она стала стабильно работать месяц без глюков, как починил? Восстановил с той же инструкции, которую 3 на сайте у себя разместили. Вот так вот можно восстановить нашу консоль. Глюков не стало. И я понял, что, в принципе, зная о таком приколе, что на какой-то определенной прошивке не работает, во-первых, турборежим корректный, то есть если долго только в нем играть, то вот окирпичивается, я так думаю, и на той прошивке, на старой, из коробки. А если все нормально восстановить, по инструкции обновить и не включать турбо, то все, во-первых, не тормозит даже без турбо-режима, во-вторых, идеально работает. Вот. Ну как идеально, то есть там, да, ретроарч где-то косячный, где-то SPP косячный, но это все терпимо, это на всех такая же борода. То есть это не то, что там я взял 3MUI и такая вот песня пошла, да, то там, то сям, косячки. Любое устройство возьми, будет ровно то же самое. Где-то заявляют, например, Амберник RX-35XXH. Horizontal. Горизонтальная. Она со стеками. Она тоже хочет очень сильно играть в PP, SSPP, в PSP. Но железа не хватает, там мощей. На ней играть нельзя. В гораздо меньшие возможности по функционалу. То есть все. Конкурентов за пятер у... Stream UI, на мой взгляд, нет. Что бы я хотел еще обозреть, да, после Stream UI, я так подумал, а что мне еще обозревать? В принципе, эта приставка все тянет, все тащит, да. В шутаны поиграть, но да, нужно привыкать. Хотелось бы, конечно, иметь в кармане консолечку маленькую, которая может... Что? Которая может дюкнюком 3D потянуть. Вот так просто едешь там где в электричке, в маршрутке, там дюкнюком такой... И так, о, ну это все неудобно. Любую консоль, которую не возьми, повторю свои слова из обзора 64-битных платформ. Там, дорогую, подороже, там, не за 5, а за 22 Две Poker 4 Pro. Возьми Aino 1 за 56-60. Будет та же самая песня. Это неудобно на стеках играть в шутаны от первого лица. Это вот просто... Это для тех, кто привык играть на компе. Таких, как я. Пека Бояр. Вот. И, соответственно, только на платформеры удобно. Какие-то квесты, какие-то РПГшечки, какие-то экшены от третьего лица. Это все хорошо работает на таких приставках. Но не шутаны от первого лица, к сожалению. Ну, это специфика. Какое бы устройство ни взял, то будет так. Рекомендую ли я данный гаджет, данное устройство за пятер? Да, вообще просто <с1> <с1> без вариантов, закроет все платформы, которые у нас когда-либо здесь в стране были, и не только у нас. А -а, Глюки будут, они у всех есть, но это очень сильно а -а, разумный выбор, на самом деле, вот это устройство. Ну, не знаю, это сколько? 5000 рублей, сейчас это 50 долларов, да, вот так вот. Ну, 5600, да, в озоне. Так что, пожалуйста, берите и не сомневайтесь, классное устройство не в службу, а в дружбу, конечно же, прошу, подписывайтесь на канал и ставьте обязательно лайк. Вам это одно движение мышью, клик, все, лайк готов. Мне, чтобы получить этот лайк, понятное дело, что я их получаю массово, но мне, чтобы создать контент, который вот так вот вам одно движение мышью, вот это видео, оно делалось... Собиралась информация, тестирование проводилось там, эти все обновления, починки. Ну, если чисто рабочего времени, это на неделю работы. Я колупался, сидел, разбирался, снимал, записывал, фиксировал, думал, нервничал, искал, проверял, обламывался, побеждал и, естественно, наслаждался этим процессом отчасти. Но рутины очень много, поэтому если вам ничего религия не мешает, то буду рад и благодарен за лайк и подписку, если интересно смотреть что-то подобное. Далее, вот уже снег сошел, потом снова выпал, сейчас снова сходит. Я уже сходил, завел свой мопед и планирую уже, сейчас потеплее будет, потому что я попробовал без шлема проехать, это просто невозможно. Даже в очках своих пилотах невозможно. То есть очень холодно еще пока ездить. Так что скоро начнутся видяшки, связанные с катушками и мини путешествиями еще раз спасибо за внимание увидимся в следующих видео пока